А эту рацию Kenwood я нашел тупо на металлоприемке в этом, в мешке там со всякими шкарлупками, там кастрюльками и всяким таким остальным. Короче, что я хочу сказать. Выставляю я этот экземплярчик на аукцион в продажу. Что-то мне кажется, кому-то она нужна. Может быть, кому-то аккумулятор, может, кому-нибудь вот антенка или крутилочка. Ну, скажем так, на запчасти. Вот. И сейчас я тебе все покажу, что тут есть. Вот кнопочка одна большая, кнопочка маленькая. Вот все оно тут чуйкает. Крутилочки вот крутятся. Антенка, смотри, какая модная, мягенькая. Выкручивается. Вот, смотри, глянь. Тут даже он что-то написано. Он, видно, чуть-чуть по золотке. Там такой он пыпкичек торчит. Специальная вот эта вот штука, чтобы ее пристегнуть. Поясочку такая матерая, качественная. И вот такая она тут внутри. Сразу виднеется алюминий, алюминий цветняк. Kenwood Corporation. Тра-та-та, тра-та-та, ТК-2107. Неизвестно, рабочая она, не рабочая. Отдаю за 1 гривну. Ну как за 1 гривну? На аукционе. Пусть победит сильнейший и оценит ее по достоинству. Так, вот такой вот тут аккумулятор, такой тяжеленький. В мусорку вот его нельзя выкидывать, на 2500. Made in Indonesia. О, он застегивается. Ну, на руку неудобно, короче, ну так вот. Ты понял. А, о, все получилось. Смотри, видишь, застегнулся. А вот расстегнуть его, здесь вот надо вот отверточку вставлять, потому что вот этот кусочек пластмасски просто тупо отломан. Вот такая вот находочка с металлоприемочки. И такая увесистая, можно как треснуть ей, если что. Ну, короче, ссылочка в описании. Я не знаю, что дальше тебе еще показать. Вот она у меня в продаже. Вот так вот. О. Kenwood.